Хибла Герзмава, золотое сопрано России, завтра закроет Международный рождественский фестиваль искусств. Произведения Моцарта, Пуччини, Верди оперная дива исполнит вместе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром. Особое удовольствие, признается Хибла Герзмава, работать с дирижером Фабио Мастранджело. Он единственный дирижер, который, стоя за пультом, может еще и петь. Они вместе выбирали и составляли программу из любимых арий и увертюр. Все, что я делаю на сцене, все, что бы я ни пела, я очень люблю. Иначе невозможно. Пение – это любовь, это поток божественный. Поэтому не могу сказать, что я... Адриану я пою специально для Фабио Мастранджело. Я люблю по отдельности каждую арию, потому что это мои девочки любимые.